Сегодня в колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкесска состоялось торжественное открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Он проводится при поддержке главы и правительства республики. Организатором регионального чемпионата является Министерство образования и науки Карачаево-Черкесии. Как построена программа, направленная на повышение качества подготовки молодых профессионалов, что дает участникам и каков их настрой, узнавала Альбина Ламкова. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Сегодня праздник у ребят, а все потому, что стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Для его участников наступил серьезный и значимый этап в жизни. Кирилл Пруцкой в прошлом году был волонтером на конкурсе, а в этом решил уже попробовать свои силы в поварском деле. Я с детства хотел стать поваром. Этому поспособствовали много сериалов, фильмов. Мне понравилась эта профессия, решил прийти сюда учиться. WorldSkills любим студентами еще и потому, что дают возможность проявить себя в выбранной профессии, реализовать себя в любимом деле и быть востребованным на региональном рынке труда, что является одной из ключевых задач проводимого конкурса. С детства очень любила готовить и всегда как-то фантазировала и придумывала свои новые вкусы, десерты. И этот конкурс позволит мне реализоваться в своей профессии. Задания, которые выполняют участники, составлены в соответствии с требованиями высоких международных стандартов. В соревнованиях регионального чемпионата наблюдается положительная динамика. Будут представлены 22 компетенции. В прошлом году их было всего 16. Будут принимать участие более 120 студентов, непосредственно из профессиональных колледжей. Впервые в конкурсе будут пробовать свои силы молодые юниоры, учащиеся с 9 по 11 класс общеобразовательных организаций республики. Состязаться будут по трем компетенциям: кондитерское дело, администрирование отелей, медицинский и социальный уход. Участвовать будут 160 экспертов из числа мастеров, педагогов, сотрудников данных колледжей, а также у нас будут принимать участие независимые эксперты и ведущие эксперты. Я хочу пожелать нашим экспертам в первую очередь, чтобы была объективность в их судействе, ну а нашим детям всем победы, достижения, поскольку данный конкурс, конкурс профессионального мастерства, он является большим стартом в их новую профессиональную жизнь. Победа на региональном этапе – это только часть пути, которую предстоит пройти победителю. Затем призеры будут участвовать на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». В этом году он пройдет в конце мая в Мордовии. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия.